Сегодня вся Россия празднует День студента, а женщины с именем Татьяна отмечают свои именины. В Бийске прошел торжественный концерт, причем на сцене выступали не профессиональные артисты, а творческие коллективы бийских вузов и СУЗов. Самое хорошее – это студенческий отряд, скорее всего, студенчество. Потому что если ты состоишь в студенческом отряде, ты полностью входишь в студенческую жизнь. То есть много мероприятий положительных и эмоций. Любви, море, улыбок, с праздником! В Наукограде насчитывается 10 высших и среднеспециальных учебных заведений. В настоящее время там обучается около 7 тысяч студентов-очников. Сегодня они встретились в молодежном центре «Родина». Песни, зажигательные танцы раскрыли все богатство творческой молодежи Наукограда. Волонтерские, педагогические, строительные отряды и творческие коллективы. Без этого нельзя представить жизнь современного студента. Не зря многие говорят, что студенчество – одна из самых ярких страниц в жизни многих людей. Всегда с удовольствием вспоминаю студенческие годы. Это были активные творческие годы. Мы активно играли в КВН, участвовали в различных внутривузовских, городских мероприятиях. Работал вожатым в загородном оздоровительном лагере «Березка». Поэтому тема студенчества мне особо приятна. И есть, что называется, что вспомнить в хорошем смысле. Поздравляю всех студентов нашего города с замечательным праздником. Желаю, конечно же, чтобы было у каждого здоровья, чтобы были замечательные, важные инициативы, возможность для реализации всех задуманных планов.